Делаем из вас IT-компанию под ключ. У нас сегодня подкаст идей просто. Защищают гуглеров тут всяких? Это называется greatest minds. Да, я greatest minds. Откуда вот этот фетиш работы в гугле? Ты в реалитстве таким користуешься? Да, у нас говно. Ну все, ну, только за зарплату ты не торгуешься. И пять лет сидишь у нас, работаешь за полторы тысячи. Витповедь HR в LinkedIn, номер карточки. Прайс лист. У меня тут 12 лет опыта. Вот столько того, я умею вот это вот все. Ты ведь тут его лично... Забрала, сеньора. Я вийду цього ринку, как только, як тільки у нас буде 50 тисяч И, І біткоін сразу пойдет вверх, я вам гарантирую. Всім привіт! Це 12-й випуск подкасту доо. В одну з п'ятниць місяця ми збираємося і обговорюємо те, що цікавить спільноту українського ІТ. Події, новини, тренди. Ваша активність на доу це наші теми у подкасті. Мене звуть Олекс Майстренко, я технікал менеджер в Intellect і один з ведучих цього подкасту. Разом зі мною подкаст ведуть Влада Зацарина, головний редактор Дов. Всім привіт. І Юра Федоренко. Еріаліт МакПо. да, точно. Привет всем. О том, чем занимается Релит, я расскажу после второго шота прививки. А в этом выпуске мы обсудим, мы для начала, у нас будет наша отличная интеграция. Потом мы обсудим две стажировки и офер от Гугла в 20 лет. Потом обсудим, что такое сайнон, сайнын, сайн-бонусы, и есть ли они в украинском IT, и откуда вообще взялись. Далее мы обсудим рефлексию нашего коллеги по поводу того, можно ли считать его сеньором. Она вызвала определенную реакцию. Вернемся к истокам. Будем думать о том, что же можно считать эти компании, а что нельзя. И еще несколько новостей за месяц. Вот. И да, мы же выходим в пятницу. И, если вы уже видите этот подкаст, значит до конца дня можно больше не работать. Так кому надо понять. Ну, пусть попробуют. И мне кажется, в компаниях, в которых забанят YouTube, этот, будут восстания. И бунты нет. Можливо. Давай до традиционный выпуск, рубрики, что треба было сказать. Ой, да, у меня тут есть, значит, что сказать. Главное, что мы сразу обращаемся к Юре, к него только Но, ему э что-то нужно добавить э всегда. Э да, э значит, вышло э уже, наверное, сколько, месяц тому назад, у нас просто запись была, когда это еще не вышло, э интервью с Григорием Бакуновым, он же CTO Parimatch. И там было очень много реакций и комментариев, э они были разные. Я я молодец. Я держался, я, по-моему, не написал ни одного ответа, ну или может буквально парочку. Но что очень хотелось бы сказать аудитории. У нас, в общем, я грустил по этому поводу по, по поводу всей этой реакции и разговаривал с одним своим другом, и он мне подкинул очень интересную мысль. У нас в обществе откуда-то огромный запрос на морализаторство. Вот если YouTube канал, то он должен обязательно чему-то учить, рассказывать, что вот это вот хорошо, вот это вот плохо. И иногда, ну, как там в случае с Майклом Широм, это совпадает с нашими какими-то эмоциями. И иногда не совпадает. И у нас как бы все медиаполе, это, короче, все друг друга учат жить. Я, ну, типа вообще ни разу, ну, и мы как, и, и редакция со своей стороны не вызывалась, значит, заниматься продвижением каких-то моральных авторитетов и чего-то такого. Мы пытаемся освещать нашу IT-сцену такой, какая она есть. А она есть разная. Вам может это нравится, не нравится, но от того, что вы, короче, закроете глаза, какие-то явления, они не перестанут существовать. Поэтому, ну, как-то относитесь с большим интересом к окружающему миру. Там тоже бывает что-то прикольное. У меня все. Ну, смотри, я тогда чуть давай. добавлю. Давай, давай. Да, я согласна, что нужно освещать с разной стороны. Это прям, ну, да, норм, окей. Но также и люди, наверное, могут выражать свое мнение. Э, не, лю люди могут, но там просто мнение людей обычно типа, почему вы это сделали? Там вы продались, спрячьте, не, не ну, показывайте да, я тоже, мне да, это Да, вот в этом плане это с тобой типа, согласен. Почему, да. почему они разговаривают, мое любимое, почему они разговаривают о сервисах, о которых я не слышал? Ты нормальный вообще? Мы для того и разговариваем, чтобы ты о них услышал. Заинтересовался, например. Если тебе в принципе это неприятно, не ну пропусти, не слушай. Это же очень простой выбор. В общем, меня трошки бомбит. И это спустя месяц, заметь. Окей, okay, а еще что-то или мы идем дальше? Э, да все. Вот как раз отличный повод дисклеймер. Да, дисклеймер, значит, традиционный дисклеймер. Что? Все, что будет сказано далее в этом подкасте, можно сбегать а с думкой. Нас, самих, ані з думкою наших роботодавців, а не думкою редакції редакции. Тому, слухайте, з задоволенням, розширюйте свої горизонти. Ви взрослые люди, у каждого своя голова. Да, еще в конце мы объявим победителя конкурса на лучший конкурс. Там классные идеи были. И э, тоже очень серьезный, мне кажется, разговор у нас должен произойти. Ребят, что с подписками? Ну, типа, давайте, давайте, уже подписывайтесь. И вообще, мне предъявили недавно. Один нехороший человек мне предъявил, что я плохо людей э, зазываю подписываться. Я не умею это делать, честно, ребят. Но у нас есть цель э, для ютубчика, если вдруг вы нас слушаете, не смотрите. У нас есть цель для ютубчика 50 тысяч подписок э, до конца года. Ребят, блин, пожалуйста. Нет, ну, ну. Я, я, в декабре я буду. Влада, давай. Подписка тут, лайк тут. Да, ну давайте подписочки, ребят. Ладно, те лайки, а, короче, комментарии. А что комментарии. будет? Если не будет 50 тысяч, нас закроют, да? Или я не знаю, что будет. будет что вот страшное. там есть один нехороший человек, который <laughs> мне предъявляет. Ну, мне, мне кажется... Я пятьдесят 36 повязано с бонусом. Во-первых, мне уже столько всего пообещали, а во-вторых, я не знаю, что будет. все о Да, Смотрите, я этот, у нас, кстати, но надо отдать должное. Всем тем, кто уже подписался, спасибо огромное. у нас мы вот буквально Зовите друзей теперь. На днях, когда мы это записываем. Семью, Получилось 10 тысяч подписчиков, и это уже немало. По расчетам некоторых коллег, это вроде как каждый десятый айтишник смотрит. Ну, может, каждый двадцатый. Что что еще хотелось бы сказать мне, если честно, на YouTube так себе. Меня очень волнует iTunes. Не слушайте его, ребят, 50 на YouTube Ми, нужно. Меня очень, меня очень волнует iTunes. Подписывайтесь обязательно на наш подкаст и там мало отзывов. Смотрите с iTunes очень простая схема, как бы вы там нет места, где писать комментарии, ну с подпиской. Поэтому пишите отзыв на подкаст. Вот он вышел, вы в своем отзыве ставите оценочку конкретному эпизоду и пишите, что вы об этом думаете. И мы, поверьте, там этих отзывов меньше, мы их читаем даже внимательнее, чем комменты на ютубе Я, в общем, а за вообще, то, чтобы а все слушали я, подкаст Я, короче, вообще не знаю, о чем он говорит, мы это вырежем, наверное Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на ютубе Если вы нас слушаете, то бегом на ютуб и подпишитесь, поставьте колокольчик Да ладно, фиг с тем колокольчиком, просто не колокольчик, подпишитесь, ребят Все, давайте, поехали Итак, первая тема. Мы сегодня говорим о безопасности, и наши партнеры из Аякс уже третий выпуск подряд. Ну, почти не подряд, у нас там были спецвыпуски. Ну, короче, они нас продолжают поддерживать, за что им огромное спасибо. Давайте обсудим безопасность. Ваякс в том числе. Мы напоминаем, что у них недавно была запущена масштабная хайринговая компания. Больше 30 вакансий во всех городах присутствия. Это Киев, Харьков и Винница. И сразу по всем ключевым направлениям там 30 вакансий. А, я уже сказал 30. В общем, их 30. Э, вот. Мы не будем вам о них рассказывать, о том, что там есть вакансия Java Лида, о том, что э, собирается большая команда джавистов в Киеве и э, в Харькове. Embedded Hardware об этом всем подробно можно почитать на сайте, который они специально для этой хайринговой компании сделали, и ссылку на нее вы найдете в описании. А как и в прошлом регулярном выпуске, мы поговорим на тему, на одну из тем, на которой базируется инженерная культура AJAX, и сегодня это безопасность. Ну, когда думаешь про AJAX, ты первым делом, на самом деле, думаешь про безопасность и хлопчики выклик, каких коштует дорого. Я знаю одну компанию, где что ты выкрутался сама як собой схожа и что ты неправильно її ставишь або знімаєш, то проезжав наряд який е, перевіряв всю безпеку и была домоўность компании. кто помолился то я плачу такие вот выклык вообще мне кажется сейчас страшно работать в сферах Ну вот мне бы лично было страшно работать в сфере э, которая завязана на безопасность в том смысле что она супер ответственная к этому привлечено очень много внимания и постоянно какие-то скандалы то там э, с хиквиженом, да, это там крупный поставщик камер и всего такого. И недавно оказывается, что в Киеве, Киеве он да. везде да. используется. Так то европарламент видных них відмовился. Да, ну и в Америке, я так понимаю, угу. тоже. Э, то, ну, то есть постоянно со всех сторон какие-то такие штуки, и это требует очень большой внимательности и такой придирчивости к этим всем вопросам. И надо сказать, мы когда готовили этот выпуск, у нас там пунктов, про которые хотелось поговорить, было намного больше. Но их приходилось выбрасывать просто по соображениям этой самой секьюрности. Потому что нам про нее могли рассказать, но выпускать это в паблик это дополнительная угроза. Ну и мы все должны думать о безопасности, потому что. Ну, это нормально, там двухфакторная аутентификация для всех, по-моему, зарастала стандартом, особенно за на работу, с vpn и так далее. Вообще, да, когда немножко понимаешь, как это все устроено, думаешь, что обычному юзеру ему так мало надо, ну, типа просто поставить там двухфакторку, или или просто я не знаю, купить сигнализацию домой ставишь и пользуешься. А в а вот чтобы это реализовать, это прям надо очень много поработать. Интересно, как с безопасностью ваякс все-таки систему используют 900 тысяч пользователей в 120 странах мира, и это прям очень круто. Во-первых, Аякс это у нас профессиональная система, несмотря на то, что они используют международные стандарты, но эти стандарты они устарели, их, они там были продиктованы корпорациями разными, поэтому Аякс, независимо от этих стандартов, он еще к этому добавляет какие-то свои секьюрные штуки, заморачивается с безопасностью, кое-что они нам рассказали, но не все, конечно, но давайте вот обсудим то, что мы узнали. Ну, например, важной частью этой самой безопасности есть защита от глушения, глушения и помехи на несущей частоте. О чем, о чем здесь речь? Что ну, там, большинство производителей охранных систем они используют для связи между датчиком и там, централью одну частоту и ее очень легко заглушить. Ну, то есть создать какую-то большую помеху и все, и типа связь невозможна. Но это довольно легко решается резервированием. То есть мы берем, делаем несколько частот, и дальше там есть ну, по которым мы всегда можем передать пакет, если он по основной не прошел. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Они все базируются на том, что нужно использовать еще какие-то дополнительные частоты, кроме основной, которую можно заглушить. И э, тут есть два подхода. Один, который работает в лоб, использует ну, много частот, и передатчик там, и централь они между ними рандомно, ну или не совсем рандомно, а в определенном порядке переключаются. И второй подход — это listen before talk, о котором Олекс расскажет чуть подробнее. Да, и вот этот другой алгоритм, listen before talk, он интереснее, с моей точки зрения, и он требует э, дополнительного прослушивания эфира перед тем, как вытравляться, то есть как он работает. Я вышел в эфир, Чекнув, чи доступний цей канал, якщо недоступний, я переключаюсь на іншим. Але ми пам'ятаємо, що Ajax це енергоефективність, і відповідно, такі, така реалізація протоколу вимагає додаткових затрат енергії в цих пристроях. Крім того, якщо ми повертаємось до алгоритму Listen Before Talk, може бути відомий нам всім технічним людям дедлок, коли ми чекнули, і потім. Побачили, що частота вільна, почали відправку, але в той самий момент хтось інший теж почав відправку. Тут, скоріше, не дедлок, а Race Condition да, за якусь частоту відбувається. І якщо у нас є два канали, наприклад, і кожен з них зайнятий, тоді передатчик буде постійно переключатися між двома каналами і теж втрачати енергію і не відправляти пакет. Є позитивні моменти. в Такі реалізації, або в такому алгоритмі, що заглушити або підтасувати якийсь пакет в одній частоті простіше, якщо це декілька частот, це складніше, а якщо це діапазон частот, то це взагалі ну, майже нереально. Це вже другого рівня оборудовання, і яке, я так розумію, воно ще дуже легко детектується, ну, воно становиться заметним. Угу. Невозможно, незаметно заглушити цілий діапазон частот. Друга цікавинка, яку я накину, це. Робота з фото. Є така у них motion cam та новий motion cam outdoor. І вони роблять фото дуже-дуже безпечно. Що це значить? Датчик робить фотку тільки в тому випадку, коли є детекція руху або детекція небезпеки, фіксація. І в той момент, коли приміщення під охороною, виходить, що. не має э, спроби або можливості зруйнувати приватність користувачів, ось кільківина фотографій підряд будь яким моментом. Да да да. Это очень важная часть приватности и защиты данных. Они должны быть защищены не только от того, кто пытается вторгнуться снаружи, но как бы и людей, которые пользуются этой системой, да. И важно было не превратить датчик с фотофиксацией в дополнительную камеру видеонаблюдения, потому что потому что это то самое правость, которое мы все совсем не хотим терять. 5, и здесь эта проблема тоже решена чуть ли не у единственных на рынке. Ну и в том числе данные не отправляются на недоверенные серверы, або серверы третьих компаний, этой фотофиксации закрома, вот я скажу, что про державные установки, эти данные не будут потра, не будут сбережены на серверах державных установок. Кстати, я была недавно на презентации Якса. Они каждый год проводят достаточно крупную презентацию своих новых продуктов, своих каких-то планов. А я смотрел запись. Да, и, и меня удивило, что в записи Записи, а у них там было несколько потоков записи на разных языках, и там у них сейчас уже около 50 тысяч органических просмотров. Ага. А, то есть это реально дофига. А, они это при... как было бы у нашего подкаста, если бы все лайкнули и написали комментарий. Или подписались, например. Да. А, так вот, и они презентовали очень много новинок, и самое, что мне показалось самым интересным, то, что они вот-вот уже выходят на рынок США. Для них этот рынок был долгое время закрыт, а, но вот им уже осталось чуть-чуть, и они будут на этом рынке и в принципе уже вот у них там сша по моему и еще несколько регионов которые вот они выходят и по сути покрывают уже я так поняла, что практически весь мир. Я, кстати, знаете, есть такой э, дурацкий прием называется, а я же говорил в одном из первых наших выпусков, я не помню, это был э, на это был не пилотный, но, но еще осенью э, вот, как, когда была новость о том, что они открывают новый завод в Киеве, вот, у нас был инсайт о том, что они готовятся к выходу в США и, как видим, сейчас он подтвердился. Да. Вот. На этом все. Э, не забудьте посмотреть ролик "Свобода будто инженером". Ссылка на него тоже в описании и смотрите. Вакансії, якщо видієте щось підходяще, обязательно подавайтеся Ajax крута компанія. Ajax Systems це розробник і виробник бездатних систем Ajax із можливостями розумного дому. Це ціла екосистема. В ній 36 пристроїв, мобільних та десктопних додатків та серверна інфраструктура. До пристроїв Ajax входять центральне керування, на ній крутиться власна ОС реального часу ОС «Малевич», Датчики руху, відчинення захисту від затоплення та пожежні датчики, вуличні та домашні сирени, а також тривожна кнопка з функцією керування приладами, розумні розетки та реле. Нове покоління українських інженерів знову може працювати над винаходами світового рівня. Ми змагаємося з британцями, ізраїльтянами, чехами, китайцями і перемагаємо. Інших таких команд в Україні немає. Долучайтеся, щоб зробити Made in Ukraine синонімом надійності. АЯКС свобода быть инженером. Ну что, следующая наша уже э, стандартная тема. Э, на ДОУ вышло две статьи в мае, получается. Э, о девушках, которые достаточно рано начали заниматься программированием. Одна, наверное, такая более нашумевшая статья — это девушка, которая поступила в УКУ, которая потом после УКУ, во время обучения в УКУ она стажировалась в Гугле, а потом туда устроилась работать. И вот уже с осени она работает в Google Лондон. Правда, пока еще не переехала из-за всех этих событий наших карантинных. Но... Что ей даже наверняка финансово выгоднее. Начина... Начинает рассказывал, Олекс про гроши, Олекс про гроши. А, так вот, а вторая история про девочку, которая увлекается олимпиадным программированием. И очень в этом преуспела, и такой достаточно, ну, и ребенком ее уже, конечно, не назовешь, но начала она еще ребенком и продолжает, и ну, мне кажется, что у нее достаточно большое будущее. Так вот, давайте обсудим а, такой нюанс. В комментариях на Доу, у Юры я знаю много тезисов, он сейчас включится, подождите, вы еще... Но в комментариях на Доу, когда такие истории всплывают, любят задавать вопрос, вот как же они там пишут: э, типа: нету детства у детей, и что с ними будет через 5-10 лет? Э, типа, посмотрим. Ну, тут, да, хочется опередить комменты, вот особенно по поводу олимпиадного программирования, про то, что олимпиадное программирование не связано с реальным, реальной работой, и, и вот это вот все, да и про детство, кстати, тоже, тут что хотелось бы сразу сказать, хоккей не связан с реальной работой программистом, наверное, баскетбол не связан, может, даже волейбол. И то там командное взаимодействие, мож, может, что-то можно найти. Олимпиадное программирование да, там есть своя специфика, и не всегда люди, э, там, которые были олимпиадниками, становятся программистами. Ну. Но... Ну вообще люди иногда меняют специальности и все такое. То есть здесь и искать ну какую-то такую связь, что типа это мешает, мне кажется глупо. Так по-моему та девчонка, которая была переможцем Олимпиады, она писала, что у нее было два хобби: танцы и программист. Она сказала, это мои хобби. И она выбрала одно, потому что два хобби она банально не могла потянуть. я так что учиться она будет все-таки на программиста. Ні, вона сказала, що вона повернулася, але в статті було написано: повернулася, але не професійно в своє задоволення. Тобто людина було два хобі, е, вона зрозуміла, що. Е, На одне хобби выстачает часу, на інше уже не лиза. Ну, ну давайте, я давайте, смотрел... разобьем, подождите, давайте да. разобьем это обсуждение на несколько каких-то блоков, потому что, мне кажется, здесь можно поднять несколько важных тем. Первое – это то, что у нас, мне кажется, это в Украине конкретно, как-то так заведено, что мы рано начинаем работать. И, ну, в принципе, это тоже в какой-то мере история об этом. Да? И вторая тема – это то, то, как у нас вымываются кадры. А... Ой, э, подожди, давай еще два слова про детство. Давай, Я давай. тут как-то смотрел интервью на просторах Ютуба с одним там тренером э, по э, олимпиадной математике, э, и он говорил, что очень часто э, ну люди, которые этим занимаются много, у них это способ э, начать раньше быть самостоятельными, избавиться от влияния родителей и так далее, потому что это постоянные какие-то поездки, сборы и так далее. В общем, там есть свое веселое в этой жизни, это по поводу детства. Ну и потраченный... причем вот в статье, которую мы обговорим, там была фоточка, где дитина разом с батьком на выездной Олимпиаде. Да, 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 папа идет да. поддерживает. Родители, у которых дети принимают участие в Олимпиадах. Не ездите с ними, пожалуйста. Не ездите, пожалуйста, с ними. Они это делают не для этого. Даже если они вам говорят, конечно, они от вас зависят, вы это мама, папа. Попробуйте, скажите, что у вас не получается, там с работы не отпускают. Вот это все. Все будет хорошо. А кстати, вот по поводу еще детей у нас, ну, не детей, а людей молодого возраста, которые начинают рано работать. У нас было две истории двух сестер. И наверное, кто давно читает Доу, помнит эти истории. Это Елена Денисенко и Наталья Денисенко. Это две сестры из Беларуси. Они в Украине, по-моему, работали, если не ошибаюсь. Так вот, Елена Денисенко — это старшая сестра. У нас вышло интервью, она там собрала дофига просмотров. Она в 19 лет, будучи разработчицей, стала тем лидом, ну, вы понимаете, да, что было на Доу, когда они увидели статью а, Елена лет. Денисенко, да, в 19 лет стала тем лидом. Ну, то есть, там был полный разрыв. А, тогда тоже люди писали, а вот, а что с ней, с ней будет, посмотрим, как кем она будет там через пять лет. Но чтобы вы понимали, сейчас Лена работает в Microsoft в США. Она, по-моему, инжиниринг директор. То есть все отлично у нее. Наталья Денисенко, ее сестра, начала работать в 17 лет, по-моему, тоже на, то ли в 19, то ли даже в 18 лет она стала, устроилась в Амазон, Сейчас она уже три года работает в Амазоне, в Штатах, и тоже себя отлично, я так понимаю, нормально себя, наверное, чувствует. Так, мне кажется, это просто заздрость, потому что люди делают то, что им подобается, ну, начинают рано, окей, чем Ну, проблема. у нас, кстати, было интервью, возможно, оно уже есть на канале, возможно, вот-вот появится с Юрой Ткаченко из ВИКСа, и он там как раз сравнивал Украину с Израилем и говорил, что в Израиле в принципе норм в 35 лет быть просто разработчиком и не хотеть там быть CTO я не знаю, там, менеджером, еще просто разработчиком, потому что к 35 годам они, в принципе, только плюс-минус там закончили ВУЗ, сходили определились, в армию. Да, сходили в армию, определились, с кем они хотят быть. Куда мы все бежим? Ну, э, знаешь, лучше быть э, богатым, чем бедным. <laughs> Поэтому... Ты думаешь, в Израиле не все бедные? Э, 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 ты знаешь, я просто... Э, э, ну, то есть, хорошо. Э, не, ты не, они, при, они ты не, приближаешься не к рубежу 35 лет, ну, еще нет, но скоро. <laughs> так вот. <laughs> так вот. Со ты Один уже... <laughs> день в сутки приближаюсь. <laughs> так вот, э, ты уже богатый? Ну, не знаю, не то чтобы у меня сильно много остается в конце месяца. Ну вот. Вот. Но, но я себе могу позволить сильно больше, чем во время, когда я не работал. Вот, поэтому, поэтому так. Давай, давайте, да, давайте говорить вот о вот этой статье, которая про про стажировку и потом трудоустройство в Google. Давай, у тебя много чего сказать. Я просто оттягивал этот момент. Я хотел просто вам уступить. Может, вы сначала начнете, а я потом добавлю то, что вы не скажете. Так я вже все сказала. Ти все сказала, Олекс, у тебе. Юра, ну звісно, хорошо підводиш, але насправді я радий за цю дівчинку, що у неї є можливість і взагалі за студентів, що в них є зараз можливість, я порівнюю. Я вже перейшов 35 років, робіш, тому я можу про це говорити. Да, з ким ти Подожди, сидиш? уже разом. Часики mm. тикают, да? Mm. Ну да, трошки mm. залышалось до. Нет, мы все помним. Подожди. <свят> <еще>. когда, выйдет, <свят> когда выйдет этот выпуск, Олексу <свят> а, ну уже будет 35, 36. а вот, а вот 36. Это уже капитально <свят> за, за 35. И отсюда наш сегодняшний конкурс на лучшее поздравление Олексу в комментариях. <свят> да. <свят> Нет, <свят> это был сюрприз для него. <свят> — Возможно, не От, Так я до чого? Я порівнюю свій досвід, коли я навчався в університеті, то особливо таких програм не було, чи не було. Видимості, що такі програми є, їх треба було якимось чином вишукувати і треба було знаходити. Ну, я таким чином знайшов от програма була Summer of Code до сих пір є від Google. Ви знаєте, цю програму. Uh, насправді дуже крута річ. Ти можеш туди прийти, покомітити, ти зразу на якісь змагання ви, тебе викликає, що ти маєш туди пройти, не просто сказати: От я розумний програміст або програмістка можути робити. Ні, ні ні докажи, скажи, що ти краще, що ти можеш маєш ідею, яку ти готовий реалізувати, і тоді Google чи будь-яка інша компанія, тебе підтримує, тобто вона зразу провокує людей. Жити в такому конкретному середовищі. Ну, і от друга про свій досвід це компанія IBM. У мене був 23 роки офер від компанії IBM. Ну, так, блін. Чого ти тут добреш? І ти представляєте, скільки лет назад? воу воу І... Я подивився, от перед випуском ця програма до сих пір доступна. Це називається Greatest Minds. Да, я Greatest Minds. і туди сидіти на центру. Туди можна податися, і ця програма розрахована на країни, які розвиваються, там Україна, в тому числі, і цього року теж можна знову податися і поїхати або в Цюрих, або в Йоханнесбург попрацювати в саме в IBM-івському. Ну, мне вот, я бы поспорил с тезисом про то, что сейчас это сильно легче, наверняка легче, но сейчас это тоже не то, чтобы они там хватают за руки и говорят, Это на простейше найти что может, вот Ну, да. Плюс мы знаем сейчас уже, опять, все эти истории, они афишируются, ну, не все, но многие истории, они афишируются, то есть даже на Доу там уже было десяток историй про то, как стажировались в Гугле. да, 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 поэтому... Что я хочу сказать. Э, у меня э, более широкая гамма чувств, чем у коллег. Э, ну, во мне, так понимаю, вы просто... Что значит более широкая? широкая? <св> ну, значит, во-первых, мне некоторые вещи показались смешными в этой истории. Например? Э, например. Давай, давай я по своему плану. Э, значит, Извините, э, первое. Очень интересно, очень интересно, что как Google вообще прогревает кадры. Я удивился, я не сильно интересовался этой темой, поэтому, может, это давно известно, что э, у них есть вот эти разные уровни, да, и там есть условно для студентов стажировка, не просто стажировка, а стажировка для студентов первых курсов, для студентов старших курсов, стажировка для тех, кто уже там закончил учиться и так далее, так далее. И они прогревают, и там на первой ступени ты там в паре работаешь, потом ты индивидуально, потом и потом ты как бы автоматически конвертируешься в сотрудника. И уезжаешь из страны. И уезжаешь из страны. Погоди, такая Диа Сити нам же обещаешь, что Google пройдут в Украину. Ну, Google как бы есть уже, мы уже это обсуждали, но в целом они вымывают реально они, они они отбирают лучших по сути получается в шевченко ну вот, а, да, ну, вот в основном вот, даже я так понимаю в шевченко как раз и, и забирают не э... добрались значит к друг, другим этим но да, дело в том что я вот если честно я не понимаю вообще откуда вот этот фетиш работы в гугле вот я понимаю, у нас на, на канале а. недавно вышло интервью да, с э, украинского происхождения разработчиком Иваном Куцкиром, который сделал в одиночку бизнес, который там приносит больше миллиона долларов в год. Вот это ты я знаешь, понимаю, нет, почему подожди, круто. Нет, подожди, но ты знаешь таких много историй? Э, ну, какое-то количество знаю. Но... Ну, это единицы, а О, в, в Google работает достаточно нет, много людей, здесь, и которые… Ну, смотри. Google это большая компания, которая технологична. Мы все да. говорим фанг. Да, да, і о, о, тут о. може бути різні мотивації, але, наприклад, мені цікаво було би спробувати, тому що подивитися, як це працює в технологічній іншій компанії великого розміру, знаючи, маючи досвід роботи в середніх і маленьких компаніях. Ну, у нас просто це часто і це там по тону, і в тому числі коментарі. Э, люди спитують какое то такое святое благоговіння перед устройством в Google. Я хочу сказати перше. Google вже не тот. Ну, в том смысле, что э, у нас, ну, вот этот имидж, да, он складывался, когда Google был там э, супер инновационный и там с очень большой долей всяких научных разработок и всего такого, и с гораздо меньшим количеством сотрудников. Сейчас в Гугле сколько? 40-80 тысяч человек, да, пишут код. Это стало намного проще. И вообще довольно прикольно, э, это просто наблюдение, что устройство вот в Fungie, оно стало такой отдельной спортивной дисциплиной, э, в которой э, там Никто никого сильно переиграть не, не пытается, все пытаются как бы идти друг к другу навстречу. С одной стороны, эти компании они вы, выкладывают гайды по тому, как готовиться к их собеседованию. С другой стороны, есть есть целая инфраструктура, есть и там в статье даются на это ссылки, каналы, которые постят стажировки, которые делятся тем, как надо заполнять резюме, писать там все эти леттеры и, и все такое. То есть сейчас вот, вот в плане инфраструктуры точно намного так, а легче чё, сделать. Чё, чё, плохого, а я не Этот, плохо, плохо вот. Как раз то, что, э, ну, мне кажется, это обычно. Ну, типа, ну, это там тебе очень кажется. много ну, людей работает. Ну, смотри, работает. ну вот есть там девочка, мальчик, 20 лет, да, например. Она, он, она, они уже устроились в Google. Он, она, они <соценно> <соценно> устроились в Google. Ну, и даже она год там проработает. Даже два года там проработает. После этого в Украине-то ей точно все дороги открыты. То есть это даже просто для своего личного карьерного имиджа, просто ты такой небольшой вклад, который потом да. тебе откроет очень много Нет, дорог ну, это, для это, дальнейшего да. развития. В этом смысле круто, но, но просто сложно представить там статью про то, как я устроился в Граммарле. А мне почему-то кажется, что это там по условной сложности примерно так же. Нет? Ну так Я би сказав, що, Шановні слухачі, напишіть статтю, як я влаштувався mm, yeah. в компанію XY mm, в Україні. Ну yeah. це реально дуже цікаво. І крім того, про гайди мені здається, це прикольно, що є гайди, ти розумієш, яким чином влаштовуватися на роботу, що треба вивчити, тому що ми всі прагнемо до стандартизації. Ти теж хочеш usb c мати, а не 30 роз'ємів. Yeah, yeah. Відповідно, тут якась стандартизація до підходу, і ти розумієш, що очікувати. Але під час інтерв'ю розмова. Я не знаю, може відбуватися в вільному підході, і насправді я от задумався теж зробити стандартизовано сказав, от таке от буде інтерв'ю. Але куди ми підемо після того, як пройдемо базис? Що я переконаюся, що ти адекватна людина і знаєш там базис? Не знає ніхто правильно, крім того, коли вже буде проходити. Ну це весь цей систем дизайн відоме. Інтерв'ю там вже сказано, що ти от маєш зробити систему, не знаю, ротації логів. Як его до как раз разработать, для чего пихот, как тут коней запрягать, ты по сути. Это одновременно разговор. на софт, чтобы, так, чтобы так, 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 и, так, искать. Так. Ну, э, Окей, тогда другая штука. По поводу перспективы. Тут мои yeah. да, да. Мне, мне кажется, мне кажется, что важно не только то, в какой компании работаешь, но и кем ты работаешь. И вот это отдельный большой разговор. И если то там тебе на какой проект. И на какой проект? Да, да, да. Там тоже сейчас про это будет. Значит, из забавных моментов, значит, цитата. Там примерно такая, такой есть момент. Думала, что ну для того, чтобы устроиться в Google, э, думала, что надо выиграть международную олимпиаду. Как бы э, мол, а я не такая, я намного проще и всего лишь. Постоянно выигрывала киевские олимпиады. Вот, э, да. И э, следующий момент, да, ну надо сказать, отметить, что э, девочка, автор статьи, она училась в русановском лицее, который да. один из лучших школ угу. Киева. То есть тут довольно крепкие стартовые позиции. И мне это кажется довольно логичным. Мне вообще кажется, что на всякие вот такого рода карьерные успехи э, школа влияет чуть ли не больше, чем университет. Но это, наверное, отдельная тема. Э, е, вот. Потом интересно. По паспортам это мы давайте о теме е, не відкриваємо. Да, 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 давай не будемо. Э, е, вот, э, е, потом она пишет, что не подобалась перспектива вчитись в Києві у топових, і вот тут тоже очень интересна, обратите внимание на э е, аргументацию. В топових е, кну, KPI там гляньте, вчилося багато моїх знайомих з ліцею, не чула позитивних відгуків про навчання. А uh, а дальше добавляется, ещё хотелось ехать от родителей. Это э тоже важный фактор. Родители поддерживают. Отпускайте, я тоже. Вообще сепарация, задача дітей, э родители вам очень обидно і грустно, но придётся их отпустить. Я ещё накину кино больше того, что вот коли університетські, сподіваюся, слухають студенти, то теж, що Якщо ви закінчили бакалаврат в одному університеті, спробуйте піти в магістратуру в інший. Ви подивитеся іншу систему навчання, ви познайомитеся з іншими людьми, це вам допоможе в майбутньому. Mm -hmm. І, відповідно, тут, якщо ти вчився в Києві, знаходився, маєш якісь зв'язки з киянами, переїдеш в інше місце. тобі допоможе розширити твої зв'язки, твоє інше світобачення. — Ну да. Но, с другой стороны, вот конкретно про Киев, мне кажется, это не всегда так работает, потому что киевские универы, они сами по себе принимают, то есть ты в этом плане выиграешь, и ты можешь остаться здесь и встретить и очень расширить свое, свое, свое мировоззрение приезжими ну, людьми давай в, дальше. А в, а то в мы столицу. Очень позабавил момент, где она описывает, как поехала в, на день открытых дверей в УКУ, вот, и там цитата дальше. «Це місце, у якому на запытание до студентів. чи, чи перебываете вы в середовище, що муто вы мотивує вас до розвитку, я почула синхронне і гучне так. Вот. Э, тут маленькое едкое замечание. Э, э, видно в русановском лице не очень с гуманитарной базой, но дело в том, что если вы хотите сделать репрезентативный опрос, то вопрос не надо ставить вот так вот. Вы должны базироваться на каких-то поведенческих факторах и спрашивать там, типа, получается ли у вас, э, э, ну, типа, что и как именно вы развиваетесь, что именно вы делаете. А когда вы у людей спрашиваете, ты развиваешься, они, конечно, вам скажут да. Вот. <э, Юра, ну серьезно, ты вот чипляешься, ну, по-перше, это могла Будто есть принятие. Мы а не знаем, как а она что, была А реально... что это за за этот за дискриминация? Ну типа я не должен цепляться, потому что что? А потому я цепляюсь. Потому до что она в Гугле. А я, 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 я не цепляться. Хватит этот <пишутся> пикет перед Google. Гуглом. Защищают Гуглеров тут всяких и так далее. Так вот, дальше статья это очень большая ода УКУ, и они большие молодцы, что они так поддерживают своих студентов. И прикольно, мне кажется, что это во многом из-за конкуренции. Вот мне там коллеги, которые учатся, говорили, что там есть. Момент, когда замдекан ей помогает готовиться к собеседованию. И, и коллега говорит: да, но ну, я под своего замдекана этого не дождался. И Уку, как молодой универ, которому надо зарабатывать себе репутацию, и все такое, этим активно занимаются. Они большие молодцы. Mm -hmm. Вот, И очень классно, что она выложила, я не помню, в комментариях или в самой статье она выложила свое резюме, в, э, в вот, которое можно посмотреть. Э, еще из интересного, она angular разработчик <связать> Это, простите, просто личное привет, ура! Еще вот по поводу проекта: то, что мы говорили, кем ты работаешь в Гугле. И там есть такая штука, где она говорит: чуть не запорола собеседование, потому что сказала, что я хочу работать с машин лернингом А в этой. Э, э, ну, а, а ей сказали: Ой, мабуть, туди у нас нет для тебя проекту. И дальше они начали говорить о фронтенд, и она таки получила. Вот мне кажется, это тоже довольно странный подход, очень хотеть устроиться в компанию, а не на конкретную работу. Мне кажется, там прикольнее заниматься, если ты хочешь заниматься машин лернингом, и в плане долгосрочной карьеры прикольнее заниматься машин лернингом в Grammarly, чем ангуларом в По-моему, у нас новая компания на слуху у там какие-то связи. Епам, Епам, Епам. Сюда, в семью. Вот. Но она в конце концов оказалась в э, команде AdSense, э, и мне кажется, это как раз тоже довольно круто, потому что AdSense — это ну, такое сердце бизнеса Гугла, и это важная команда, да, то есть, это не пилить, там непонятно что это как бы ядро бизнеса, и, и это прикольно. Но вот, вот этот момент он немножко. Давай поговорим про компанию, проект и вот какую-то конкретную работу. за твоя теза в том, что. Краще дивитися на вот я хочу працювати в машин лернинге а не работать в Гугле. Дел э, как ты его позиционируешь? Э, 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 ну, я не понял я должен... вопрос. Ну да, да, я я считаю, что если, опять таки, не лучше работать в машин лернинге, чем в Гугле. Если ты если тебе интересен машин лернинг, uh -huh, uh -huh. лучше заниматься машин машин лернингом, чем лишь бы, чем в Гугле. Ну тут питання, що ти можеш побудувати багатокрокову стратегію, сказати, що я прийду в велику компанію, і потім я розумію, що у них є. Ем, я зараз не про Google, так? Я взагалі про mm -hmm. якусь компанію, що у них є проєкти, які пов'язані з тими технологіями, які мене цікавлять. Я зайду і подивлюся зсередини. Можливо, я усвідомлю, що. Ну, это не совсем то, чем я хочу заниматься, когда посмотрю на внутреннюю... Или перейду потом. Да, да, або перейду Нет, ну, это мы, типа, сейчас фантазируем. А может ли быть э, мотивация и план такой, который казался бы нормальным при вот этих вводных? Ну, типа, э, ну, с самая простая причинно-следственная цепочка, она вот такая. Ну, и мне кажется, что она не очень верная. Возможно, я не прав. І, возможно, стоїть якраз більше внимание на, на правильні места для роботи, чем на правильні технології. мне мені вот кажется так. Ну вот, ми просто тут в статті цієї інформації немає, і можливо, у дівчини, яка вот, розказує Таня, по-моєму, звуть, то в неї були ще додаткові мотивати, про які вона не розказала. Вот я звернув увагу на картинку, яка в статті викладена. Це книжка «Start with Why», Пичсаємо на саника, яка мені дуже подобається. І от цього вай мені не вистачило. Чому Який в неї взагалі мотиватор? Бо розказано скоріше кроки, і ми зараз додумаємо те, які ну, да. могли бути в неї мотиватори або причини. Ну і далі багато цікавого відбувається, як на доу, відбувається в коментарях. И, ну, то есть там, э, во-первых, там кто-то говорит о том, что в Гугле работают в среднем 3,5 года, а в Adobe 5-7 лет. Интересно, почему так? Э, мне кажется, отчасти это связано с тем, что у Adobe крупный офис в Австралии, оттуда тяжело выбраться, э, вот, э, и... Э, а кстати, <связано> сколько средняя отрывались работы в Украине в компаниях? Ты знаешь эту mm -hmm. информацию? Ну, мне кажется, это сильно зависит от. Ну вот ты просто знаешь то, что написано средняя. Вот, от, а если в Гугле там, не знаю, где-то десятки, в людей работают... то. Если у вас есть премиум LinkedIn, да? вы можете зайти в профиль какой-то компании, там, вот сколько сотрудников в этой компании работают, он показывает. Но там нету разбивки по регионам. Ну то есть ты не можешь говорить, uh -huh. сколько в конкретном регионе количество лет. Вообще информация интересная, да. Мы думали как-то сделать такую аналитику, но ну, то есть тяжело. тут опираться только на информацию от компании, это не очень ок, потому что, ну, как они ее uh -huh. там делали, как они ее клепали, как они читали, никто же не знает. А про анализоватые профили LinkedIn? А, ну, вот тоже как-то это, вот как-то их все... Ну, а на, насколько, да. Да, да. Но, он и да и, ну, и там, там есть... <laughs> Дело в том, что очень часто, мне кажется, тут компании и люди могут быть заодно, потому что люди, которые, например, не прошли испытательный срок, mm -hmm. их компания не хочет считать в своей статистике, и они об этом не указывают в LinkedIn. А, а иногда бывает такое, что прошел испытательный срок, но потом все равно стало понятно. Ну, и вот тут это такие тонкие моменты. Вот, э, да, э, там вот обсуждают, естественно, в комментариях по поводу какой-то имеет корреляцию с долгосрочной карьерой. Э, непонятно, какая корреляция, но, мне кажется, ну, шансы за... повышаются. да, до моего питания. Какая в ней мотивация, mm -hmm. в вот. Кто-то удивляется, что в 21 веке есть университеты, все еще связаны с религией. Э, да, УКУ интересное в этом плане учреждение. И, по-моему, э, по-моему, это тот случай... Когда не сильно им мешает э, вот этот бэкграунд де делать качественные программы. Из интересного еще, что я для себя отметил, это то, что значит, в Гугле можно работать из Украины не во всех фанк-компаниях это можно делать. И еще традиционно в комментариях КПИшники ругают свой ВУЗ. Это довольно забавно, потому что, ну, то есть есть же, да, ты как-то рассказывала, да что обычно могилянцы свой да, очень, да, 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 да. очень хвалят, а КПИшники свой ругают. И там это прям видно. Ну, там могилянцы молчат, потому что на них тоже есть брос. А КПИшники, да, у нас говно. Это очень забавно, потому что ну на самом деле в среднем-то ВУЗ хороший. И знаете, я бы так и оставил, ну, свои впечатления э, такими ироничными об этом всем, как мне казалось, во всяком случае, когда я их продумал. Но я потом нашел э, один комментарий Тани, где там человек написал, что э, мы же не знаем, там писали, что это ошибка выжившего, типа ей везет, и не факт, что там все так легко и хорошо. Э, и она написала, ой, да, действительно, может быть искажение, и она перечислила вещи, которые у нее не получились. Uh, і uh, і куди її не взяли? І далі uh, можна я це зацитую? Мені каже, це має бути в статті винесено і відмічено. Мене не взяли на програму, що допомагає школярам потрапляти в топ-вузи США uh, після проходження двох етапів. Мене не взяли в Українську академію лідерства після фінального етапу, хоча я думала туди йти замість УКУ. КУ. Кстаті, теж дуже цікавий проєкт, і вона е, прям шарить, що школа і ці віші важні, ніж іноді універи. Е, я майже провалила перше інтерв'ю в Google. Мене не взяли на стажування в Facebook, Amazon та інші компанії, куди я подавалась. Я двічі подавалась е, на цю конференцію в США там силки і двічі мені відмовляли. Мій близький друг довго не приймав. что я потрапила на стажировку в Google и казав, что все это просто тому, что я девчина. И этот список можно продолживать. Э, вот про последний пункт мы поговорим в нашем следующем спецвыпуске. А в целом, мне кажется, вот, вот с вот этим дополнением эта история становится абсолютно прекрасной. Потому что мы можем э, ну, там, не соглашаться с тем, что круто работать в Google или еще где-то. Но здесь человек, он явно этого хотел, и он приложил очень много усилий, чтобы у него это получилось. И это очень круто. Наступна тема, яку будемо говорити, стаття на Доу про так звані sign-on бонуси. Я відкрив Вікіпедію перед подкастом, почитав, що це таке. Це якась сума грошей, мабуть, мішок, які виплачуються новим співробітникам з метою їх стимулювання, такого стимулювання, якого не знаємо, приєднатися до компанії. І вони популярні в двох індустріях: в ІТ і в спорті. Отак. От, коли... А, а, а слово стимулювання, я не, не в цей раз, но, но в другої посмотрев Вікіпедію, так я означає застрінну паличку, який <рес> <рес> підганяли животних. Да. Це ти в реалітстві таким <рес> користуєшся? Ні, ні, <нет>, ні. <рес> так от повертаючись до бонусів, коли, їх, коли вони потрібні? Коли на ринку великий попит, коли терміново потрібно закрити якусь вакансію, або коли потрібно знайти спеціаліста з якимись дуже дуже специфічними навичками. Ну і в кінці кінців, коли потрібна додаткова перевага під іншими компаніями. От я тобі додатково видаю а, Н, НК доларів. І а, в коментарях пишу, що і от в інтернетах пишуть, що зазвичай така виплата бонусу поєднується з певним зобов'язанням зі сторони людини, що ти отримаєш бонус, але ти зобов'язуєшся один рік, наприклад, працювати. Якщо ти порушуєш, то ведаем палочку за остренным концем назад. А если, а если, компания сама не хочет, то можно ж так работать, чтобы еще раз доплатили, чтобы ты ушел. Нет. Можливо, это прописано в контрактах, какие мы не знаем. Ну и про сумму, чтобы сказать, это от 500 до 2 килодолларов. по опросам у нас сейчас так. Мне кажется, это довольно странно. Ну в смысле, я понимаю, почему это так, да. То есть когда дефицит людей на рынке, а как бы зарплаты ты им повышать не можешь из-за того, что у тебя экономика не сходится. Ты пытаешься делать какие-то одноразовые расходы, то есть ты пытаешься снижать, например, зарплату на испытательный срок, да, когда это было можно, чтобы в среднем уменьшать расходы. И а, а здесь ты пытаешься как бы заплатить один раз, чтобы не платить много раз. И в Штатах тоже там была когда-то статья про то, что много всяких там бонус за переезд, бонус еще за что-то еще, за что-то, чтобы не включать вот в основном расходы, а это часто связано даже с каким-то бюджетированием в компании, что это там расходы на хайринг, а это уже фонд оплаты труда. Это разные статьи, и за них разные люди отвечают, и у них разные цели. Э, вот. Мне кажется еще э, довольно забавным наша практика, потому что суммы маленькие, там пишут в комментариях, да, что да, да, надо, да, чтобы да, это да. был процент от годовой зарплаты и все такое. Насколько я знаю, вот, например, в фанках они довольно существенные, и там логика такая, что людей очень часто сманиваются стартапов а, а пока ты работаешь в стартапе у тебя есть какой-то какие-то опционы и вот этот бонус, он призван тебе компенсировать, типа, деньги, которые ты потеряешь из-за того, что ты год не доработаешь, если это там годовые какие-то бонусы, или лишишься своих опционов. У нас такого практически нет, но я вот думаю, это совет нашим зрителям, а вы как бы врите на собеседовании, когда соберетесь менять работу, что у вас что-то такое есть. Вот. А вы врите совет. Ребята, это как раз процент. И вдруг вам предложат, вдруг вам предложат, какой-то. это жирный сын бонус и потом пишите об этом нам мы очень порадуем Ну в комментариях там да начали немножечко критиковать эту всю практику украинскую но по сути Ну а почему нету Ну, так и реферальная программа уже я Да, уже да. Ну, гроши по сути, это та и... же реферальная программа, то есть, ну, она дается там не твоему другу, а непосредственно тебе. Да, потому что ты решил не через рефералку там прийти, а просто. Сам ты себя увидишь... за реферов. Да, да, да. Ну, они просто, они, может быть, даже этот реферальный бюджет просто перераспределяют на эти э, бонусы и все. я просто бы в любой непонятной ситуации торговался бы за повышение зарплаты, а не бонуса какого-то. Да, но мне нарадового. кажется, одно другому не мешает. Ну, если тебе дают бонус, это не значит, что ты не можешь поторговаться за зарплату. Слушайте, было бы у тебя умение это делать и желание и возможность. А давайте обратимся к hr и рекрутерам, которые нас смотрят. Заведите анонимный аккаунт, с него тоже подпишитесь на наш канал и напишите и напишите, пожалуйста, Реально, это разные бюджеты. Мы просто можем завести много анонимных аккаунтов. Я завел, Это план Б. Не буду я больше чем вас спросить. У меня другая задача. И нету времени записать выпуск. Я пошла. Пожалуйста, напишите, если у вас в компании есть нон бонусы напишите, это идет по тому же бюджету, что зарплата, или по какому-то отдельному, и действительно ли о них можно независимо торговаться. Да ну можно, в смысле нельзя? Ну что, тебе типа говорят, я предлагают этот бонус, и говорят, ну все, ну только за зарплату ты не торгуешься. И пять лет сидишь у нас, работаешь за полторы тысячи. Не, ну я думаю, вполне может быть такая... Нет, ну это бред. Ну Це, це, це тупо. Якщо ну, вони да. шукають спеціалістів і намагаються за рахунок цього бонусу переманити їх навпаки собі, то ти кажеш: ну от я тобі дам одноразово 2К. Ми на статтю дивимося, да? а зарплата спеціаліста: ми теж можемо подивитися, калькулятор на доу, там середнього джава програміста 5К, і відповідно скажуть: ти не 5К будеш отримувати, а 4, і, але одноразово 2 отримаєш. Ну, математика не сходиться. Ну, може, ну, а там 5-100, 5-200. Я подумаю. Мне кажется, это, это просто идея в том, чтобы вот, вот сейчас мгновенно переключить на себя кандидата. Его внимание хотя бы, хотя бы зацепиться с ним, о чем поговорить и сказать, ну вот, смотри, вот у тебя там два плюс-минус одинаковых оффера, ну смотри, ну мы еще тебе две штучки Слушайте, сверху а, а ну даем. штука, когда платили за прохождение собесов? Нет? Я не пам'ятаю. Якісь компанії когда? була, да, да, да. Що ти стимулюєш людину, щоб вона пройшла. Але там невеликі суми були. Ну так, да, ну якісь то сотні доларів. Типа да, не пройшов співбесіду, ти видав свій час. Та, але насправді тут і про. Співбесіду ми обговорювали так по-моєму Влада, ти розказувала, що у вас е, проходження співбесіди оплачується, бо це час, який людина витрачає. Ні, у нас само... ні собеседування, собівання, Тес тисти тест. Тестування, да. да. да ну вот да, ну, да. так само ну, <пас> з Тестування Тестування <пас>? well, так, співбесіда з клієнтом. клієнтами. Ну конечно. Така співбесіда з клієнтом так само. Ти береш е, е, час людини і, і і, взагалі, краще замість. Давати... Розработчики начнуть платити по просіти день за собівання. <пра> Як ті придасть мені 500 баксов наш, я з тобою поговорю, так уже Вообще супер идея. Вид победи Чару в LinkedIn, да, номер да. карточки, да? Прайс лист. <laughs> 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 хочешь, чтобы я тебе отказал, Сто <laughs> баксов. Ну, на самом деле, ну, понимаете, ры рынок такое впечатление, что к этому идет. Вот. Мне лично... Ну, это какое-то... Мне это дикая, ну, ну, типа, да, ситуация. Это, мне это... кажется, работу надо менять как-то по любви, и, типа, если ты, правда, туда хочешь попасть, ну, ты должен что-то инвестировать. Так же, как компания... Нет, ну, ладно, бонус, но уже деньги просить за собеседование, это <laughs> прям уже... Да, да. Ну, про ценное сайно Бонус, але мені здається, що такий додатковий грошовий мотиватор, додаткова сума, вона дає можливість людині, я сподіваюся, змушує людину задуматися. Типа, в мене два є однакові офери. Тут у мене на, я не знаю, тисячу більше, які мені виплачуть одноразово. І я сподіваюся, що це змушує людей задуматись на довгострокову перспективу, бо через. Там, якийсь час ти не отримуєш що тисячу доларів, але чи ти готовий витратити свої перші декілька місяців, півроку, рік на те, щоб працювати з компанією. якось Це ну, не завжди такі, от прив'язка що ти повинен це повернути, а ну ж не є. Ем, в, в статті це про це не сказано mm -hmm. ніде. Як каже, це в українських компаніях такого немає. Ну так. Да. Тобто, ну, то, може, многі б хотіли, але. Ну, не би кто, хотели, ну но... але це ну, було та... б круто. Це тобто, щоб ти довгостроково думав про компанію і, і тебе змушували про це ну, задумуватися. Ну, тоді вони повинні пересматривати ці бонуси в сторону, да, дійсно, там 30% годової зарплати, і, да, і ти з нами там, два роки сидиш і працюєш. Mm -hmm. А крім ну, зарплати, да. краще, щоб акції видавали. От ми знаємо, деякі компанії вже вийшли на IPO, деякі збираються. Да, ми поговоримо і ще Насыпьте Краще акции Ну там, кстати, по кстати еще по -по -по помимо этих денежных Люди писали, что там им предлагали путевку В Грецию на двоих <laughs> И вот там это чего вообще, вот, нет. Это... вот это Карпаты вообще странно и Как можно возили. ехать на отдых, который Вы не сами себе выбирали Это я не понимаю <laughs> вот. Поехали дальше Следующая тема у нас на доу появился топик. Сеньор разработчик, не сеньор, точнее просто разработчик спросил: а могу ли я называться сеньором? Его тоже сеньором. тут его лычку забрала сеньора. Блин, прости, пожалуйста, кто бы ты ни был. А он там как раз писал, что у него забрали лычку. Но это, наверное, знак, что нет все-таки. Влада нет, не сеньор. Ну, Михаил я, кстати, Макаров его зовут. Да, но я думаю, нам не надо именно Михаила обсуждать, там его обсудили уже в топике. Но суть в том, что, наверное, если у тебя у самого есть столько сомнений, и ты настолько не уверен э, в том, можешь или не можешь, и прям постишь об этом э, целую статью практически на Доу, mm -hmm. то, наверное, все-таки есть какие-то проблемы. Слушай, mm -hmm. у меня первый вопрос. Это точно не вы написали эту статью. <laughs> вот, кстати, нам часто пишут, когда вбрасывают какие-то топики, нам часто пишут, что, а, это опять типа доу, боты там какие-то вбросили. Ребят, мы не создаем топики. Во всяком смеяться. случае, Влада об этом не знает. Может, у вас есть теневая <laughs> нет, редакция? Нет, у нас теневая редакция, поверьте, я знаю все. И мы не создаем топики. У нас, Вы же знаете, что на форуме у нас есть только Сергей. Э, редакция там очень редко появляется. Так вот, Сергей не создает топики, и никто не создает топики у нас на доу. Нам нефиг больше делать. Так, у нас ботов хватает, Сергей? и без нас модерирует. <laughs> <Чем> он модерирует. <laughs> он модерирует. Ну, он нет, вообще, Сергей много случаи. чего у нас да. делает на доу. Я думаю, его многие знают, кто давно на доу. Он много чего делает, но в том. Короче, я, я вообще не нужно, мы это вырешим сто по Нельзя <смех> говорить, кто модерирует топики, потому что потом будет капец. <laughs> все, просто мы не создаем топики и все. Э, вот, нет, уж... Э, Давайте поговорим. Я, я немножко не согласен с тем, что э, человека надо шемить за его скромность. Вот, он не, пытается не, не, порефлексировать, и он, э, и, ну, это такие формулы скромности, знаете, вот, вот я когда учился на историка, нас учили, ну, типа, не пиши «я открыл», а пиши «нам сдается, что это там ты-ты-ты», понимаешь, вот так же он, он говорит, я не уверен, ну, у меня тут 12 лет опыта, вот столько того, я умею вот это вот все… Понимаешь? Нет, так подожди. Ну, значит, чего-то <laughs> тебе не хватает. Ну почему тебе перегретый рынок, людей не хватает, и тебе не дают лычку сеньора. Ну, в смысле. Там, де, дело в том, что там. Значит, а... где-то есть <laughs> какой то Давайте, окей, давайте обсудим, а кого вообще можно считать сеньорами. Вот, Сейчас, вот это вот секунду, прям тема. П перед тем, чтобы мы к этому перейдем, но, но вот по поводу статьи последнее, что хочется сказать. Дело в том, что там у самого автора вот непонятно, что, хотя он говорит, что мне, в принципе, пофиг, как меня называют. Главное, чтобы платили достойно, но видно, у него есть какие-то сомнения в зарплате, и он говорит, так я синер или не синер, потому что что-то и не называют, и зарплата непонятна, и вот непонятно, ему шашечки или ехать, это первый момент, и если говорить о сеньорности в какой-то компании, то в каждой компании это означает что-то совершенно другое, вот, а вот что это означает, что это должно означать, вот это вот длинный большой разговор. Фікво знають, як його діляти. погоди, погоди, давай ще до цієї довгої розмови. Тобто ти констатуєш, що назва посади і оплата вони можуть не корелювати. Ну, в наших реаліях, так. Да. Ну, насправді тут я повністю підтримую. <гум> е, тому що можна подивитися на цей сайт Levels F. UI, де видно рівні людей і, і оплати в різних е, компаніях е, іноземних. Ну та Microsoft, наприклад, я дивився, то там виходить. есть um, инженер, есть senior инженер, але в инженере есть, например, четыре уровня. И в каждой компании по-своему. L1, L2, L3, 50 60 70 И вот эти вот уровни уже говорят про оплату. Но вот. это все одно. software engineer. То, то, о чем ты говоришь, это касается компаний, у которых проработана система там компетенций, где описано, на каком уровне и с каким названием человек что должен уметь, какой он вклад должен вносить. И у этого всего есть четкие поведенческие факторы, да? Не, не, как э, героиня прошлой статьи, типа ты синер, да, а ну, то есть какие-то вопросы, да, которые задаются и человеку, и людям, с которыми он работает, по которым косвенно понятно, что человек делает эту работу. Но у многих ли у компаний есть такая развитая система компетенций? И Це, у многих ли она не зрелости компании, и я тоже сайт э, в интернете, не знаю, может, дадим в посыланиях, где э, зібрані Описи рівнів різних компаній. Я от GitLab там бачив ще ряд компаній, де показано окей, от такі от у нас рівні всередині компанії для програмістів, для QA, для ще інших інженерів, е е е спеціалістів в рамках компаній. І які, що ти маєш робити для кожного рівня? Тобто, це інформація, яка. доступно, открыто, не открыто, не знаю, как у него Ну, в том же GitLab это можно зайти просто на, к ним на сайт и у них все это всегда отображено и всегда это можно увидеть вообще без проблем. Так же, как и зарплаты, ты приблизительно там вписываешь свои данные, да, свой опыт там и так далее и можешь билку получить, сколько ты на какую зарплату ты можешь у них претендовать. Ну, там вот один из советов, который дают читатели, это сходить на сеньорные вакансии и получить офер. Если получил офер, значит сеньор. Ну, у нас, конечно же, є девалювання. Це теж така хитра штука, тому що дуже часто в компанії пишуть в описі і позицію одне, але чим ти будеш реально займатися, це може відрізнятися. Відповідно, ти начебто пішов на сеньорную позицію, опис там вау 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 а в реальності ти будеш робити зовсім інший. Нам речі. в этом комментарій ще говориться только важна з сеньорною зарплатою, типу на сеньорну позицію, а не, а не просто на позицію, яка називається сеньорнею. У нас понятно, что эти все штуки э, искажены, потому что у нас э, это элемент продажи заказчика очень часто для аутсорсинговых компаний, и они. Я вот даже думал, что это даже может не в гонке с людьми, которые хотели побыстрее себе повышать зарплаты, а просто даже перед заказчиками ты такой: еще дешевле, сеньора, еще дешевле, еще дешевле, еще вот этого вот медла подкрашу, значит подмажу и тоже его продам как сеньора, ну прям вообще дешевого сеньора. И как бы когда оно дешево для заказчика, оно становится дешево на рынке, и и у нас вот эта вилка она выглядит довольно странно. А я может слышал... быть, ситуация, что для замовника и на ринку України одна и та сама людина має різні левели. Для замовника вона може бути быть джуном для рынка Украины и в середине компании ну, она ну, имеет ну, Мне кажется, мне кажется де-факто так и есть. И мне кажется, если честно... Если вкусно, компания это признает, нормально? Мне, то мне кажется, это и нормально, потому что компания, когда она продает человека часы, она еще добавляет какую-то дополнительную ценность этому сотруднику. Она его как-то менеджит, не знаю, будет по утрам, консультирует, подсказывает ну, своими более опытными суперсеньорами, да, подсказывает менее опытному сеньору, как и как что-то там лучше делать и в итоге заказчик получает более квалифицированную работу и мне кажется это нормально ну то есть компания она берет ответственность перед заказчиком э, и, и это окей но определение сеньорности они очень разные я помню вот когда-то давно Первое интервью, которое я записал Которое еще даже не на канале ДО Выходило с Михаилом Завилейским Это General менеджер Датарта Он давал примерно такое определение Что сеньор это такой надежный чувак у которого есть технический индекс, то есть он может решить практически любую проблему и сделает это в прогнозируемое, прогнозируемое время. Вот, он говорит, вот это для меня сеньор. Ну, то есть, он, грубо говоря, любую задачу может сделать за то количество дней, которое сказал. Имеет право такое определение сеньора? Мне кажется, имеет, если по-честному, да. да. Подошло бы такое определение сеньора, не знаю, GitLab. Вполне возможно, что нет, и это тоже нормально, это это их стандарты, э, вот. И, и мне кажется, что будет все больше э, люди будут придумывать какие-то отдельные названия. И Вот в компании, с которой я работаю, да, мы вместо там, джуна придумали супервайст software инженер. Да? Э, ну, потому что хочется отстраиваться от вот этих вещей, И чтобы это не. Потому что когда ты говоришь джун, ты представляешь что-то определенное или что-то очень. Почему просто software инженер не сказать? А какая разница? Там он джун. Так это первый. А дальше есть software инженер, есть просто все, да, вот все и все. А там уже какие-то внутренние. Там, там, там для там внутри них. могут быть левелы, но э, Еще, это важно, э, вот эта да. позиция важна, потому что чтобы в э, команде э, понимали ожидания человека. Ну, типа, вот, вот этот человек и это публично известно, ну, то есть в, в рамках компании так точно, а, ну, а может и не только известно, что он, э, ну, по, по своей позиции он должен и умеет делать вот это, вот это и вот это. А вот этот он может обращаться за помощью и это нормально и от него, ну, если вы смотрите, тебе не все, э, ну, представляете, менеджера, который пришел на работу, да, там первый день. і йому надо там збирати команди, і знати, кому звернутися. І і от у нього на вибір всі всі інженери. Ну залежить від того, як mm -hmm. зробити цей вибір, тому що ти можеш дати скіли по кожному. Інженер скаже: "Тут всі софтверні інженери, але скіли у всіх різні". Yeah, і якщо конечно. в тебе є такий інструментарій, ти можеш сказати: "Мені 3 роки гошечки, 5 років тестування на на Java, і команду там от я сформував". No, конечно, і, ну, звичайно, а на там можна сказати: "Подожди, ну хто ж в годах міри топить? Давайте ми про в сложності задачі і так далі". Просто кожен вибирає з свою крупность. Ну, то есть, где-то наверняка может можно зайти и прочитать его там провалы, э, свершения, все фидбэки за прошлые ревью и так далее. А где-то достаточно, ну, то есть, вот у нас решили, ну, а что вы так. Не думаете, это не факт, вот что, что это э, под, не поменяется Вот этими решениями времени. вы еще... Сильнее усложняете ситуацию на рынке. Ну я, я к тому, что вот, это, на, на, вот эти вот мы пытаемся отстраниться от того, мы пытаемся отстраниться от того, и потом вот это вот и происходит такое, что у, та, такая каша вообще на рынке происходит, потому что в этих лычках в них уже mm -hmm. просто не разберешься. Ну так э, ну нормально будут э, ну, какие-то лычки нет. будут более живучие, какие-то менее. Вот сейчас я люблю про это говорить. Слово темлит не означает ничего. Это слишком ну типа растянутая штука. Его почти не используют. А вот слово сеньор software инженер что-то видно такие означает раз оно до сих пор в ходу ну умрет и бог с ним будем какой-то а у вас есть сеньор ну у нас есть позиция сеньор софт-инженер, да есть еще что-то я так понимаю судя по выше есть и став да а я distinguished? нет никто вас не придумал я же говорю не факт что это со временем не поменяется но но сейчас это вот так оно работает почему нет Наступна тема – це з блогу Володимира Рожкова. Він розмірковує про те, що таке it компанія В нього теза починається з того, що він працював в чистих it компаніях і він хотів би мати прямий і безпосередній вплив на бізнес. І світ не чорно-біле, 15 років тому була чітка розділення. це it компанія, це не it компанія Зараз він став сірий і, власне кажучи, наводить ряд контроверсійних прикладів, як то. розетка, каста є, який встар, лайфсел, монобанк, ракета, глова це IT-компанія чи не IT-компанія? Что вы про это думаете? Ну, кстати, вот я, я... Юра уже перебила, успела. Ура, я успела. Мы на Доу, у нас же есть рейтинг крупнейших IT-компаний в Украине, топ-50, и, и мы постоянно вот в этих качелях внутри редакции по вот того, кого действительно называть IT-компания, кого не IT-компания. Ну, например, условно говоря, у нас есть Аякс, у них 1600 специалистов, но айтишечки у них там, ну вот R&D-отдел, у них там... 300 где-то. А, uh, IT-компания или не IT-компания? Есть типа 10 тысяч, а IT-шечки у них там 9 900, yeah. <laughs> yeah. грубо говоря. Uh, ну, то есть, понятно, yeah, да? Думаю, скоро есть будет новая очень почта. Просто. Кто вошел в DeepCity, тот IT-компания, <laughs> кто не вошел, не IT. <laughs> а взагалі IT-компания, как на мене, это наш местный диалект. Потому что в... в интернетах, то не используют IT-компания, да, ни где, кроме да, Украины, Это есть технологии компании, есть софтвер компании, и тогда, если смотреть на Аякс, это технология компании, ну, так, и даже вот это, technology company, это тоже такой пол термин, который описан, который нужен для того, чтобы как-то классифицировать и, и вот все такое. А, Но есть... моя улюбленная Википедия от самого э, э, ну, ну вот э, было, э, <laughs> э, было когда-то видео, кажется, у Сергея Петренко, э, где он как раз об этом рассуждает, и там про то, относить ли или нет Uber к этому. Угу. И он, например, предлагает делить по тому, насколько легко, масштабировать это ну то есть условно google когда ему у него растет нагрузка да и они захватывают американский рынок им нужно что доставлять сервера или даже доорендовывать сервера и это очень легко масштабируемая вещь а Uber, как бы для того, чтобы масштабироваться, надо найти чувака с машиной, который согласится вести. И, как бы, и это очень маленькое масштабирование, в отличие от и он... масштабование основного бизнеса. Э, мэш, да, 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 да. <гум> и это такой критерий тоже имеет место быть. В Украине IT-компания это что-то супер аморфное. И мне кажется, я как-то пытался что-то привязать к офису, где пытаются хорошие офисы делать. Потом подумал, что ну, не у всех хорошие офисы, у некоторых только кажется, где пытаются. Сказать, что у них хорошие офисы, но тоже у кого-то удаленка, и мне кажется, что самое точное для Украины определение это короче, когда твои бабушки-дедушки гордятся тем, что ты программист. Вот значит, ты работаешь в IT-компании. Все остальное ну, типа, что-то не, не такое. И интересно, что такого в других сферах нет. Вот я с тем же другом, с которым общался про морализаторство, мы как-то обсуждали, почему никто не называет «мы юридическая компания». Ну, точнее, юридическими компаниями называют себя очень маленький сегмент. Но в каком-то приватбанке, там еще пойми, или в монобанке, кого там больше, юристов или программистов. Это ну, под вопросом. И там всякие инвестиционные компании, там тоже дофига юристов. Но они как-то вот это не выпячивает. Почему так? Ну, наверное, потому что в этом сезоне э, или в начале этого столетия модно быть программистом. Ну, про масштабування насправді дуже цікава думка. Я вот для себе виділив технологічність якусь. Тобто, Um, хто впливає на прийняття рішень, наскільки от, айтішники чи, да, 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 в цьому да. задіянні? Uh, я працював на українському ринку і от бачив як в банках, як в телекомах. Там в коментарях телекоми uh, не зовсім розказали, що в них при, прикольно, приємно працювати. Але насправді, якщо прийняти традиційні банки і традиційні телекоми, то в телекомах у. IT-related people значно більше сили і впливу на прийняття рішення на, на, на зміни. Якщо ми порівняємо традиційний телеком і Монобанк, який є, просунутий банк, то, е, да, з точки зору технологічності, Монобанк, револют, Тіньков там от при, приводили приклад. Він е, більш технологічний. А потім ми кажемо: Окей, а давайте технологічний телеком Оредо, який буде е, е, катарська компанія, яка спонсорує ці катарські авіалінії, яка робить свои коины и Mobile ID на блокчейне. Окей, а -а -а. <laughs> okay, это еще высшая технологичная компания. Ну и так далее, можно развивать и раскручивать. А мне кажется, ну, а мне кажется это вот все равно, и даже вот это все равно хайп трейн, потому что э, Чечеткин даже говорил, что э, говорит, ну, в какой-то момент Ощутили проблемы с наймом и поняли, что нам надо больше рассказывать о том, как, что мы IT-компания, что мы тут и зарплаты нормально разработчикам пишем, и все такое. И мне кажется, вот к HR-брендингу будут прямо такие запросы, а может, и предложения: типа делаем из вас IT-компанию под ключ. Хорошая, да. Просто чтобы воспринимались. Кстати, это один из инструментов решения этой задачи. Может быть, обращение за рекламой к нам. Вот, 100%. очень ждем. Следующая новость: обновился рейтинг Forbes. А мы, наша, одна из главных миссий нашего подкаста пристально считать чужие деньги. Вот. И это в истории нашего же подкаста мы второй раз обсуждаем эту тему, потому что в прошлый mm -hmm. раз рейтинг обновлялся, mm -hmm. я так понимаю, полгода назад. И вот здесь, в топ-100 богатических уже полгода ведем подкаст. Представляете, полгода. Oh. Этот, в э, топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes 14 IT-предпринимателей. За это время в, в рейтинге оказалось 4 новых э, человека. Это Александр Конотопский, Александр Косован, Катерина Костерева и Николай Удянский. Вот. И они попали впервые, но ну, даже не на самые последние места. Да, у нас, получается, самое высокое место 13-е у Степана Черновецкого из Мегаго. Я вчера заплатил черговую подписку за черговый месяц. Mm -hmm. Да, То есть я тоже. Ты кстати, в этом... Э, и я это... тоже. Да? Да. А, а я плачу за All 545 я миллионов. Я за Ахметова, получается. Пожалуйста. Вот это мы точно вырежем. Наши копеечки. 545 миллионов у Степана Черновецкого. Поздравляем. Мы его с этим, наверное, со слезами на глазах. Я отменяю свою подписку, так что... Хватит. <сёвшее> <сёвшее> Хва хватит и так А да. на последнем, ну на последнем среди айтишечки месте Ярослав Любенец из софтсерва 145 миллионов. Вот. Но Степан Черновецкий, я так понимаю, что это в бизнесе семьи Черновецких тот, да. кто отвечает за белые приятные активы, да. <сёвшее> вот э -э там землю для комфорт-тауна, и другие айтишные. <сёвшее> Но Леня давно уже не чутое. Вот. Э -э да. Э -э но, кстати, я недавно по поводу детей, которые идут в IT, вот, вот эта вся история, то, что айтишников все больше, да, в, в этих во всех рейтингах. Даже работает Она... у всех, да, даже у детей черновецких. Нет, я к тому, что недавно видела, что сын этого владельца МХП, это вот этот вот... Мироновский да, да, да. Вот, да. Он тоже создает свою IT-компанию, так что скоро рейтинг пополнится. Папа чуть-чуть перекинет. Всем по IT-компании. Ну, а вот ты видишь оцениваешь что он не может быть этот вообще этот может быть может и этот быть. вот и тот. например дубилет может же что-то. Вот Facebook талантливо ведет, телеграм-канал популярный. Может даже банк сделает. Ну, кто-то має приехать из Киева до Львова и пройти все колы співбесіди в Google, чтобы стать успешным. А кто-то просто скажет, папа, ну, будем <сум> Кстати, кстати... <сум> ну, может, кстати, у нас есть тоже... Вот это, кстати, мы будем в следующем выпуске обсуждать diversity. Вот это вот, может, у нас тоже играет какие-то там предрассудки, предрассудки, Да, и так да. далее. Но в целом я к чему вот сейчас об этом даже говорю? О том, что IT все больше привлекает внимание. И Диасиди тоже, ж неспроста все делалось. И все больше, мне кажется, там будет Айтишечки в этих рейтингах и все выше будут цифры, места. Но, конечно, первые 3-5 мест <laughs> сложно будет опередить. А, кстати, кстати, про Монобанк. Если нас кто-то смотрит, мы очень хотим сделать интервью с сетевого Монобанка. Павлійте там как то а то вони чого морозяться. А да. по рейтингу, мабуть, останній в мене момент. Дивлюсь на нього і розумію, що частина людей не живе в Україні. Ну, той самий Гремерлі, досить, там, я так розумію, проживають поза територією України, чи, ну, і вважати їх, чи вважати їх. Да, найбагатіші українці. Радінський теж. Я да, у не у знаю, чи є в них Костеріба, паспорти України. бо вона теж живе в Штатах. Ну но, но у них R&D бизнес здесь поэтому я не так понимаю часто бывает давай я так теж там займусь 100 найбагатших украинцев я не знаю чи у них до сих пор есть паспорт украины че вони считают себя украинцами по духу я, я не знаю але тут такая дивное питание интересно <весурок> я <сурок> думаю что если брать неэтишных участников этого списка <сурок> <сурок> там <талк> ситуация <сурок> может даже похуже тоды мы навіть не заходим Давайте следующую наступим, новость. Да. У нас прям несколько а, новостей нас... будет подряд. Да, ЕПАМ открывает офис в Ивано-Франковске, я так поняла, осенью они не очень э, пышно это афишировали пока еще. Э, это там мы узнали из Я думаю, одного из интервью, да, практически. Э, ну вот, кстати, прикольный был комментарий э, к этой новости по поводу того, что, ну вот, чего они, типа, все в Ивано-Франковск лезут? Э, потому что Классный реально город. в Ивано... Реально в Ивано-Франковске очень много крупных компаний, офисы крупных компаний там все больше и больше открываются. Но, например, в том же там Запорожье, вот люди писали, нету ни одного крупного няка. Ну, они там есть, понятное дело, в Днепре, 100 километров до Запорожья, это такое. Но в целом, получается, мне кажется, что тенденция в том, что сейчас многие люди с этим ремоутом, они, в принципе, не против переехать куда-то в город поменьше. Вот по поводу, почему не в Запорожье, а во Франк. Ну, наверное, потому что власть во Франк. я не знаю вообще ни фамилии мэра, ни Запорожье ни Ивана Франковска, но, наверное, там власть делает что-то, что компаниям туда приятнее приходить. Они как-то выглядят убедительнее. И, кстати да говоря, нет. Кстати, говоря. Я думаю, я... это ну, территориальное расположение. Ну, ну, ты хочешь жить в Запорожье? Ты хочешь э, дышать э, этим я воздухом? Я его Франковске не очень хочу. Ну, жить. я грубо говоря, да. Там Карпаты близко, Львов близко, граница близко. Ну, что еще надо? Но, честно говоря, мне кажется, что у, у нас если эффективно расходовать средства и немножко думать о комфорте жизни, о каких-то там тенденциях в родоустройстве и всем таком, то даже Запорожье можно сделать очень приятным городом. Нет. Простите. Я была в Запорожье, я вам скажу: нет, нельзя. У нас рекламу можно купить не только компаниям, но и мэриям своих городов, которые хотят продвинуть. Ладно, давайте. Блин, я была в Запорожье, я там познакомилась с большим количеством IT-компаний. Вот Назар улыбается, он со мной там был. Отлично ребята и, ну, наверное, хороший город где-то в глубине души. Ну, блин, ну, ну, ну столько тяжелой промышленности. Но, ну, но ну это не можно, ну, ну, нельзя жить в таких городах. Ну, серьезно. Слушай, ну, это тоже, а в Киеве нормально? Ты... Нет, я вот ну, хочу типа... уехать, наверное. В Франковская. <laughs> а я думал, в Испанию. <laughs> это, это, все еще в цели. Ладно, если ты хочешь поехать в Франкивск, на треба рассказывать, что это хорошее место. А то <laughs> она едет туда, и будет тебе другой <laughs> день. Так нормально, я там буду с айтишечкой общаться. <laughs> Этот, а, то есть с этими местными? <laughs> Это выше твоего достоинства, да? Нет, мне Понятно же... все. Ждите в гости, так сказать. Пани приедут. Вот. Больше это нет, я это уже передумала. Ладно. Влада, в Испании, до речи, блогеры ведомые мешкают, так что, если ты туда переедешь, тебе продается с ними В Испании есть отличный офис Препли на сколько там уже, на 200 людей или сколько, да. в Барселоне. Вот мне это отлично подходит. Кстати, у нас есть отличнейшее интервью с Дмитрием Волошиным, СТО Препли. Пожалуйста, заходите, смотрите, не пропустите. Вообще, по по моему личному рейтингу по количеству знакомых, которые мне в личку написали, что Вау, как было интересно, она побила пока что все рекорды. Не то что мне много пишут, но про это. Ну и там очень, да, такой... да, очень классная беседа получилась. Вот. <связывая> Так вот. Про офисы, да. Э да, про офисы. Поэтому, мне кажется, отлично, что они заходят в небольшие города. Ну, правда, там, конечно, конкуренция, мне кажется, будет просто жестоко. Я не знаю, как Но они а... там просто на улицах на работу выходить и говорить, это мой. Так они а могут перевозить людей. Нет, <связано> ну, наверное, наверное да, я тоже так думаю, что, наверное, а есть, есть они спрос. Они могут перевозить, они могут они могут не растить офис бесконечно. Ну, может быть, офис на 100 человек и такими оставаться несколько лет, как вариант. А можно, конечно, просто редакция до сходить и пообщаться как бы с ЕПАМом а узнать, а что вы там делаете. Ну, как, как, это я сейчас к себе претензию <laughs> вообще предъявила просто. Да, обязательно исправимся. Давайте следующую новость. Давайте. Ялантис открыл офис в Киеве. Да нет, это, кстати, Юра просто читает все, что видит, не слушайте его. Это, в принципе, к этой же новости, то, что компании продолжают расширяться. А кстати, лифт открыл. Да, лифт вот А мы же это обсуждали уже раз, они второй раз открывают. Нет, а тогда это была неофициальная информация, сейчас они уже официально зашли, они все сказали, все, ребят, да, вот все, мы открываемся. И Глова сейчас тоже скоро будут пресс-конференцию делать, рассказывать, как они заходят в Киев, поэтому, да все больше. Было бы интересно в 2025 сравнить численность, значит, ЕПАМовского офиса в Ивано-Франковске и совокупную численность сотрудников, ну, айтишных сотрудников э, Лифта, Глова и кто там еще. Ну, кстати, я потеряла мысль, сори. И rd центра Фози Групп э, штучного интеллекту. А он находится, да, и RD-центр Фози? Я не знаю, где находится rd центр но Фози сидит на левом берегу в Селерабризе. В на, Киеве, да. На левом да. берегу. Это у нас, кстати, уже там Паттона. ревизор вот-вот да? должен, либо, либо вышел, либо выйдет. Смотрите, да, в Фози тема у них называется IT-подразделение. Это они в отдельно его компанию выделили. А готовится вступать в действие? А, я вспомнила, что я хотела сказать. А так а почему, в принципе, компания открывают блин эти офисы зачем мы же все на ремонте Я тоже не понимаю. может потому что дешево сейчас может быть, потому что они не верят в ремоут? Вот это большая проблема. Я прям боюсь этого. Очень надеюсь, что нет. Я, я, мне кажется, они строят, открывают, потому что сейчас это доступно. И я надеюсь, что потом они столкнутся с реальностью, когда сотрудники будут говорить, вы что, с ума сошли? Мы не хотим. А может лифт, вот, например, он хочет зайти в Украину, ему треба представительский офис, Ну, ли, лифт, будет. да, лифт, окей. Но я да. говорю да. больше про Ялантис, с ЕПАМ, вот, например. Ну, зачем, ребят? Ну, зачем вы это делаете? Ну, хорошо же всем на ремоуте, сидим же все так, все все уж отлично. Ну, так. справедливости ради, вот из многих, конкретно ЕПАМ, а да. он довольно плохо умел работать а, раньше, они, да, они раньше да. на удаленке. А ну, сейчас нормально, у них все хорошо. Сейчас, вроде. да, они перестроились, и вот это все, но раньше у них все было под это заточено. И они там, говорят, даже там проекты передавали между городами целиком, потому что в этом за закончилась capacity, ну, набирать команду. И, ну, может, они верят все равно в эти подходы и надеются вернуться вернуться именно ну, к офисной жизни. Окей, давайте следующую новость. Vimeo вышла на IPO с рынковой стоимостью. Vimeo. Э, или Vimeo. Vimeo. Я, я, всегда говорю Vimeo. А вот я тоже всегда... А как правильно, YouTube или YouTube? Vimeo же, да? Назар, ми, ви, мы с Назаром были в Запорожье, Vimeo. и мы тоже говорили Vimeo, но правильно Vimeo. Vimeo. Вот. вот, Vimeo вышла на IPO стоимостью, стоимостью 8 миллиардов долларов. У компании есть офисы в Запорожье и в Киеве. Э, интересно, что я там пытался почитать их проспект. У них большой упор на стриминг, и это сейчас их основной продукт. И интересно, что это напрямую связано с компанией, которую они купили в Украине, которая называлась Лайвстрим. А, Лайвстрим. Live э, вот, и это прикольно, но обычно э, по поводу выхода компании на IPO. Много новостей нет, потому что есть официальные какие-то данные, мы будем расти, все будет классно, мы всех победим. Вот. А сами сотрудники, они ничего кроме этого комментировать не имеют права. И также примерно в, этой, в этом случае, но клево, что, наверное, какие-то сотрудники получат свои опционы, смогут их обналичить, бонусы. Ура, порадуемся. Будут миллионеры? Я тут, я как эксперт по акциям, могу рассказать и про Курсеру, яка вышла на IPO. Короче, акции они так... Поплакать. Да, вышли вверх, я купил на верхней точке, потом они упала ниже той вартости, когда они выходили на рынок. И сейчас она так... Акции ВИМО, кстати, сразу тоже упали, как только они вышли. Это была миниатюра на тему. Если вы не квалифицированный инвестор, не вкладывайте ощутимые для вас деньги в этот инвестиционный инструмент. Ну да, або готовитесь опрогреть, або собрать такие истории специально. Да, и вы можете стать ведущим интересного подкаста. Я промолчу про свои идеи. А а, а, да О, Влада, Влада, давай, не, давай, а, давай, давай, расскажи. А, Дочь Ну, кстати, что-то интересное, все, что происходит сейчас с биткоином, ребята, это, кстати, вот, подписывайтесь. Я, я выйду из этого рынка, как только как только у нас будет 50 тысяч подписчиков. И, и биткоин сразу пойдет вверх, я вам гарантирую. Поэтому просто подпишитесь. И Я своих э, собачек Просто отдам кому-нибудь Мы их разыграем И Сейчас биткоин... А сколько у тебя? Сейчас запомним этот твит слезы. Вот мои слезы Нет, там я просто Я, я просто игралась вот, Но видите, к чему мои игры приводят? Все валится так на, Надо объяснить, это непонятно Влада вложилась да. в доджкойны Чуть -чуть. по приколу, она выбрала такую постмодерн... постмодерную валюту, чтобы, если что, сказать, что это она пошутила. Вот. Ну, что нам остается делать, кроме вида, что мы ей верим? Ничего. Поэтому идем к следующей новости. Я хотел Владу порекламовать, сказать, если хотите быть в теме таких новин от Влады, подписывайтесь на ее профиль в Фейсбуке. А, ну как подписывайтесь? Что вы там подписываетесь? На мой профиль подписывайтесь. Но лучше подпишитесь на канал, и я уйду из этого рынка. Кріпта спекуляцій яких-то <рес> бурскують. <рес> <какой -то. рес> <рес> Остання тема на сьогодні ми вже обговорили локальні українські новини. Давайте перейдемо, от як Юра запропонував, до Каліфорнійщини. Діма, привіт! <рес> 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 і хочеться обговорити дві компанії: це новини компанії Basecamp і Coinbase. Basecamp, для тих, хто не знає, така от компанія американська працює вже більше 20 років, і з'явилися неї на, на світ двоє цікавих речей. Це рельси для Рубі і декілька книжок, які вважаються от, дуже крутими, для того, які описують роботу і менеджмент. І все, от, здавалось, іде добре, але але, але в квітні. Дуже не зашкварялись. Да, да, да. И они типа, окей, Но мы Ну это как посмотреть, ценности. мне кажется, что нет. Эм, вони... давай я расскажу про да. суть, да. Цебто... Поправочка, они инкорпорированы в Чикаго. Чикаго. Так что не с Калифорнии, а Чикагщины. Чикагщины. Кажется... Чикагщины. Так что привет, Ампатун. <laughs> <laughs> эм... Кто это? Якийсь чувак лисий. Вроде. Значить, в квітні 2021 року вони сказали: хм, ми міняємо систему цінностей. Що міняємо, ви не маєте право, шановні співробітники, обговорювати соціальні та політичні теми під час робочого часу. Замість якихось там плюшок ви будете отримувати гроші. Хорошу. І жодних робочих груп, кожен, 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 кожен несе відповідальність за свої рішення. Слушай, ну це ж не почало було. Це, це пункти, які вони виписали. Ні, ну ну історія ж почалась до цього. Історія була в тому, що вони обмінялися сміхуйошечками над іменами клієнтів угу. і сказали, що от давайте посміємося, всі посміялися, а потім DHH сказав, типу, Чуваки, что за фигня? Чем нет, там не короба... так было. Там было... Там все посмеялись. Потом один из сотрудников говорит, вы что, вообще оборзели над этим смеяться? Дейчевич отправил, говорит, да ты ж сам вот два года назад ржал с этого. Он говорит, нет, ну это недопустимо в наш век и вообще, и, короче, это приведет к фашизму. И тогда... Ані такі, так, кажеться, у нас возникла соціальна напряженність внутрі компанії. Давайте ка проапдейтим правила. І от в правилах вже вот появляється. І, і, і от правило, що мені зразу на них накидує, тому що вони мали би, як суперменеджери, які себе рекламують, розрулити цю ситуацію всередині, а не сказати, так, от ми різко поміняли курс без якихось комунікацій, що найменше та інформація, яка є, так? Угу. І потім, чому я думаю, що не була б внутрішньо розрулена, тому що третина співробітників, включаючи там, хеды и так далее, и так далее, сказали, типа, мы тогда выходим из компании. Ну, и они сами это признали mm -hmm. следующим своим одним способом, сказали, типа, вау, чуваки, мы и сейчас попробуем разрулить в втихомириться. Ну, э, я, я чуть не, ну, я, я, мне не кажется это такой уж провальной ситуация. Э, вообще надо понимать, что Basecamp, и как они раньше назывались, 37 сигналов, компания, она специфическая. То есть она, во-первых, довольно старая, она основана там еще в 90-х годах. Э, и они никогда не стремились быть большими, да. То есть они всегда про то, что мы будем делать маленький продукт один. Там у них было одно время несколько продуктов, потом они решили э, сфокусироваться один продукт, но очень клевый. Мы делаем его приятно, так как нравится нам. Мы собираем команду, у которой work-life-balance вообще во главу угла стоит. Мы, э, ну и у них есть определенная доля вот этого экзебиционизма, потому что они, э, они, а как маленькая компания конкурировать там с другими? Они себе рассказывают у них есть публичность какая-то и, и вот это соответственно ну как следствие тоже стало частью публичности то что они сделали это Так, раз а причем право тут собственника малыка маленькая компания ну топ-то ты что малыка маленькая компания не важлива в самом выпадке я не разумеется а, ну я там э, тут важно какая часть э, не я же не сказал что это все объясняет почему так произошло я придумал так сказать у них, ну, она управляется двумя партнерами. Это вот DHH, который э, технолог, да, CTO, и там есть, не помню, как его зовут, Джейсон э, Фрид, наверное, э, вот, который SEO. Э, они вот увидели это напряжение, и у них частная компания. У них нет, у них есть там, по-моему, какие-то инвесторские деньги, у них, бы не Джеймс В одно время. Нет. По-моему, она никого не брала, и вони цем Вот. Ну, в общем, и, по-моему, там были на каком-то этапе. Они же когда-то была студия, и когда они делали продукт, там были какие-то инвестиции, на них то ли вернули, то ли они остаются частные компании. И они посмотрели на это и такие, ой, окажется, а нам, мы завели компанию немножко не туда, куда бы нам хотелось. И они выкатили радикальное решение. Окей, оно, может быть, рубанулось слишком резко, но там ничего страшного, типа, не было. И там многие говорят, что, ну, что, возможно, был вот этот пакет странный, типа, с тем, что мы выплатим по полгода зарплаты всем, кто захотят уволиться. И когда ты не испытываешь особых сентиментов к компании, в которой работаешь, и ты понимаешь, что ты на такую же рыночную зарплату сейчас найдешь себе работу, это какой-то sign-out бонус, да, а не sign-on. Так, вот. так я не говорю про то, что это неправильные неправильні зміни. Ну, от, наприклад, по цим пунктам, там, там, про робочі групи, про відповідальність, про скасування зворотнього зв'язку, про... вот Не до досування з ворота. Ну, скала триста не буде більше, ага. тобто тільки от, е, безпосередні. Тут дуже багато правильних речей, але мені здається, неправильно заявляти. От ми круті менеджери, і там вон, книжка, і doesn't have to і crazy at work. І тут робимо таку зміну без попереднього якогось пропрацювання. Ну вони собственники. Ані підложили хороші условия для людей. Мені каже, ані стрес для них. Ну типа з суть не в тому, що вони не вправі чи не вправі це зробити, суть в тому, що. Что э, ты, как позиционируешь себя крутым менеджером, делаешь э, дивные решения, которые не вкладываются в систему отбачения, хорошего менеджер. Ну, а ну, а, ну, а ну, все время на эту компанию что, что? опирались, как бы на, на нее смотрели, ей подражали. А сейчас получается, а такое, а какими что... ценностями, какие из своих ценностей они дискредитировали? Ну там быть честным, быть. С, ну, с, сам все. сам под... ну, дело не в том, чтобы быть честным, или не Честность тоже можно по-разному преподнести. То есть они могли совсем иначе коммуницировать. Вот, вот этот самый первый этап, когда они просто вывалили, типа, ну вот смотрите, либо так, либо до свидания. Ну, по суті. Ну, потім вони ж ну, вибачились, вони самі визнали, що вони зробили ну. неправильно. Поняли, ну, а за значит, що вони поняли. вони извинились? Вони сказали, типу, у ми порядкували, дуже різко почали змінятися. Там був такий окремий пост, на Хей hey, на наблизати. Треба було ну, це пропрацювати, трошки довше продумати. І тоді ці зміни, якщо вони хотіли зробити, де це дійсно приватна компанія, це їх ну, право, да. ми тут це не обговорюємо. Ми можемо казати, чи можемо на себе застосувати ці зміни чи ні. Але от сама різка зміна, от, от, це. Ну, Я люблю, oh, когда right. резко. Мне кажется, нет ничего хуже, чем вот это вот долго кого-то мучить. Я знаю одну компанию, э, как бы собственник, который сейчас занимает одну высокую должность, в которой э, как-то сделал, я уже там когда не работал, там сделали такое сокращение. Сейчас сказали, все будут смотреть, где Юра там работал, где это произошло. Сказали, э, сказали так, что типа, мы вас сокращаем, но через два месяца. Мы вам продолжаем платить зарплату, но вы должны ходить на работу. Но если вам надо отпрашиваться на собеседование, вы можете отпрашивать. И это типа половину компании. И они абсолютно угробили атмосферу в компании. Ну, понимаете, когда половина людей ходят, потому что их заставили. Если ты уж собрался увольнять, там продуктивности никакой не будет. Плати компенсацию. Так и а тут не хотели э, 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 звильнять людей. Они хотели изменить систему отциности. А, бо... Они хотели, они поняли, что компания пошла чуть-чуть не туда, они хотели ее встряхнуть. Они ее офигенно встряхнули. Были, они это, это стало Почему? публично. То есть, когда начался этот скандал, тоді ой, это уже вылилось в интернет, и нам треба что-то Кстати говоря, до, до извинений там было еще несколько итераций постов, которые объясняли эти решения. И мне, ну, то есть, да, окей, они не святые, они не, не смогли всем залезть в голову, но люди разные. Ну, типа, мне кажется, что если бы там все были абсолютно довольны, это тоже было бы как-то странно. И, и вопрос... Ціни. Там всі ну, дуже це... багато людей, які звільнялися, вони типу, 10 плюс років працювали в компанії. Мені здається, найкрутий вихід з цієї ситуації зараз сказати. Окей, okay. у нас был такой факап, мы его разобрал, еще мы с него научились. Это был самый офигенный для для их продолжения а работы. Почему там так, Мне кажется, постоянно это рефлексия, и вот это, что научились, что нам нужно сделать, чтобы больше нет, это, это... Они, может, может, не хотели наконец-то выгнать этих старых ветеранов, которые сидят по 10 лет э, штаны протирают. Вот. Хотели взбодриться. Ну, взбодрились а чуть больше, чем. Старые ветераны остались, а нормальные а. ушли. А, а, що, да, а що там про Coinbase? Про Coinbase у них була зміна те, що це вже каліфорнійська компанія. Я так, наскільки пам'ятаю, вони нещодавно вийшли на IPO, ми про IPO говоримо. То там вони, болять, і нагріє більше, ніж Тесли. Вони там за мільйони своїх годових торгуються. торгують. Вони, що сказали, вони сказали, що вони змінюють систему оплати, що не будуть торгуватися про гроші, вони мають систему. рейтів, сеньор, не сеньор. І коли ти приходиш до них на співбесіду, всі чітко розуміють, сеньор, отримаєш тільки то, якщо тобі це не підходить, то мы не будем играть в грошовые игры, а будем только делать упор на твои технические skills. А Вам не кажется, что в условных фангах уже давно так, в том плане, что про них, про их вилки, про это все столько всего написано, что все люди знают, что им надо там на первую сумму не соглашаться, потом столько-то торговаться, Потом, когда э, э, HR там говорит тебе, ну столько мы не можем, это значит, что еще чуть-чуть можем. А когда он говорит, ну столько мы ну, точно не можем, это значит уже все. Это не так. Все так, вот эти не так штуки. не я понимаю, что у них они говорят: у нас вот будет фикс, и все, и никаких торгов и уровень, и так далее. А э, я про то, что мы имеем на выходе: ну, типа в условных фангах, не все ли получают одинаково из-за того, что э, они очень прозрачные, и про них везде написано, и все говорят, там все одно будет в тебе рамка, плюс в фангах я так разумею, в тебе дуже сильно играются опционами. І можуть докинути комусь більше, комусь менше. Базова зарплата там є, є вилка, а от опціонами ти можеш докинути. А тут вони сказали, і базова зарплата, і опціони будуть для всіх однакові відносно твого рівня. І ти по суті відрізаєш не знаю, годину свого життя. Кажеш, мене не буде цього нервового інтерв'ю, де я буду грати в гру, хто перший назве цифру і хто як відповість на питання, щоб не підставитися і отримати побільше. Ну да, ну ну наверное для каких-то условно говоря интровертов э, или людей, которые не умеют, как я, например, общаться про свои зарплаты, это, но это норм, людей. ну вот это норм, а то есть а люди, которые да там могли продать э, карандаш. Для них прям трагедия. Очень интересно, я, кстати, что-то задумался про то, как тебе продать карандаш. Ты же редактор, тебе надо писать тексты. Интересно было бы узнать, вдруг такое в украинских каких-то компаниях есть. Расскажите об этом. Да, ну а мы заканчиваем. Да. А у нас итоги кон. Да, да, у нас итоги У нас мнения разделились, потому что мы у нас были у всех были разные фавориты. То Но почему? ми Что? сошлись все-таки на конкурс у нас. О чем у нас был конкурс? Придумати лучшую ідею конкурса. Так вот, победив Віктор Кандаловський, Что он сказал? Тему ви і самі придумали, тільки заразумую. Придумати нормальну назву львівському it парку з використанням слів галицького діалекту. Так, а да, Отже... будемо такой конкурс теж объявлять. Да, я думаю. Да. А подождите, Пожалуйста. у нас же конкурс... Да, у нас два конкурса получается. Нет, давайте сначала мы все-таки закончим наш праздничный конкурс. Вот. Все, значит... Итак, Виктору Колдовскому отправляется какой-то мерч доу. Да, мы к нему вернемся, к его идее Да, вернемся да обязательно вернемся. Но в этот раз, пожалуйста, поздравляем все вот этого человечка. И утешаем, да. что как бы, хотя жизнь да, идет к закату, да. все еще впереди и все еще может быть. Дякую, Юра. Все, спасибо, пока-пока. Всем пока.